Этот танец под названием «Капитошка» покорил жюри фестиваля «Московское созвездие». Еще больше москвичи удивились, когда узнали, что на сцене не творческий коллектив, а самый обычный детский сад. В итоге кировские малыши вошли в тройку победителей из более чем трех десятков участников. Капитошка – это тот такой маленький человечек. Это капелька дождя. Капелька дождя. Самое сложное, по словам педагогов, было объяснить ребятам, что такое образ танца. Девочки должны быть хрупкими и нежными, как цветочки, мальчики – веселыми и прыгучими, как капельки. Как заметила хореограф Эльвира Ворожцова, вдали от дома дети вели себя как истинные артисты – внимательные, сосредоточенные, нацеленные на победу. Сейчас они настоящие звезды в детском саду – гордость и родителей, и воспитателей. Основной целью, конечно, это не только привить интерес к искусству, но обязательно дать толчок ребенку развиваться дальше и направляю их в коллективы по их желанию. То есть они не останавливаются. Очень много детей танцуют в коллективах города. После такой успешной поездки детсадовцы строят планы на будущее. Фестиваль показал, малыши готовы к сцене, родители к всесторонней поддержке. И, возможно, совсем скоро мы еще не раз услышим о маленьких вятских капитошках. Юлия Шалаева, Денис Тружков, Вести Киров.